В зале Дворца культуры имени Ленина шумно и празднично. Здесь собрались служители медицины. Все слова признательности, уважения и почета звучали в этот день только для них, для работников краснолучских больниц, от врача до санитарной сестры. Ваша работа полностью посвящена служению людям. Она требует не только верности клятвы Гиппократа и глубоких знаний, но и бесконечного терпения, стойкости, чуткости, душевной щедрости. Уважаемые доктора, медицинские сестры, младший персонал, пусть вас никогда не покидает стремление служить людям, а сердца будут всегда наполнены любовью и состраданием. Желаю вам крепкого здоровья, успеха во всем, удачи и уверенности в завтрашнем дне. Медицинским работникам люди доверяют самое дорогое, что у них есть. Это здоровье свое и своих близких, что требует от врачей современных знаний, высокой самоотдачи и лучших человеческих качеств. День медицинского работника – это праздник не только врачей, но и фельдшеров, медсестер, младшего персонала. Ведь никакой современный прибор не заменит чуткого и внимательного отношения к больному. Лучших специалистов отметили почетными грамотами от временно исполняющей обязанности главы администрации Аллы Викторовны Васкевич и главного врача города Ольги Дмитриевны Рябцевой. В этот торжественный день слова поздравления звучали не только от медицинских работников в адрес людей в белых халатах, но и слова признательности им выражали друзья всего медицинского коллектива города. Это представители от МВД, УТСЗН, образования и многие другие. Ваш профессиональный праздник примите самые теплые, самые искренние поздравления и пожелания от работников всех социальных служб нашего города. Пусть всегда пылает семейный очаг, пусть всегда в вашей жизни царит гармония и взаимоуважение. И хочу пожелать, чтобы ваши чуткие сердца никогда не остывали. Пусть всегда будут горячими и сочувствующими. Чувство высокой благодарности. Передаю вам большую благодарность от всех нас. Мира вам и добра, любви и удачи. Стабильности и благополучия вам и вашим семьям. От всех педагогов города, от всех детей и их родителей с Днем медицинского работника позвольте поздравить вас. Спасибо вам за ваш труд, спасибо вам за ваш каждодневный подвиг и низкий поклон вам, дорогие, любимые, самые замечательные люди. Также в этот день поздравили ветеранов этой нелегкой и ответственной профессии, вручив им памятные подарки и цветы. Вспомнили и о тех служителях своему делу, которых нет рядом, людей, закончивших свой жизненный путь. Но все же это праздник. А в праздник должно быть море цветов, теплых слов и подарков. Ко всем поздравлениям присоединились воспитанники творческих коллективов Дворца культуры имени Ленина, подарив медицинским работникам художественные номера, тем самым вдохновив на дальнейший плодотворный труд. Ведь мастерство и профессионализм всех работников сферы здравоохранения заключается в заботе о самом дорогом – жизни и здоровье. Благородный труд медиков, сопряженный с огромной ответственностью, пользуется заслуженным уважением и почетом среди людей.